25 мая для школьников Одинцовского городского округа прозвенел последний звонок. Впервые торжество провели в формате онлайн. В этом году на территории муниципалитета 6426 выпускников 11 и 9 классов. Стоит добавить, что аттестация учащихся выпускных классов пройдет на основании итоговых оценок. В ЕГЭ принимают участие только те выпускники, которые поступают в российские университеты.